Узел Гриннер. Применение. Связывание основной лески с вертлюгом, привязывание крючков с колечком к поводку, а также привязывание лески к грузилу до 200 грамм. Особенность узла Гриннер в том, что он обладает высокой грузоподъемностью и подходит для монофильных, второкарбоновых и плетенных лесок. Прочность узла Гриннер составляет 85%. Приступаем к практике. Итак, вначале берем наш шнур и продеваем его в колечко крючка. Вот таким вот образом. Длина вот этого рабочего конца должна быть где-то около 15 сантиметров. Теперь берем рабочий конец и делаем вот такую вот петельку. Вот у вас должно получиться вот так. Вот. И теперь на месте, вот где эти шнуры все пересекаются, берем двумя пальцами. И теперь наша задача вот этим вот рабочим концом обмотать вот эти два шнура. Вот эти два шнура мы должны обмотать вот этим рабочим концом. Где-то сделать 5 оборотов. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. И когда мы делаем 5-й оборот, вот этот вот оставшийся наш конец мы продеваем вот в эту большую петельку и затягиваем. Предварительно не забываем смочить. Подтягиваем за рабочий конец. Вот, у нас получился вот такой вот узел. И нам теперь остается только потянуть за основной шнур и этот узел подвинуть к петельки крючка. Вот он упирается в петельку крючка. Все, узел у нас готов. Нам остается только обрезать вот этот вот конец, который у нас остался. Обрезаем где-то, ну, не полностью, не под корешок, а оставляем где-то 1,5 миллиметра. Вот, обрезали. Еще проверяем на всякий случай. Подтягиваем. Вот. Вот у нас получился такой вот узел Гриннер. Это очень надежный узел. Он обладает, как я уже говорил, высокой грузоподъемностью. Поэтому им очень хорошо вязать грузики до 200 грамм. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До встречи в следующих фильмах. Пока!